у меня есть определенная тревога. Возможно, она напрасна. Вы меня сейчас убедите, что вы работаете в соответствии с графиком, который вы предоставили мне, ну, в соответствии с вашим обещанием. У вас должно быть 11 человек сегодня работает. Хорошо. Сколько работает? На сегодняшний день 9. Да, то есть минус 2 человека. Если мы говорим в процентном соотношении, оно же относительно все, да? Когда работает 150 человек и двух нет, то это практически, ну, в рамках арифметической погрешности даже не замечается. А когда должно работать 11, а двоих не хватает, это сколько процентов? 1/6, да? 1/6 это, ну, около 17%. Ну так, да? Если вот так говорить, на сегодняшний день, если таким языком цифр чисто говорить, у вас на сегодняшний день 15-17% не добираете вертолета. Ну, давайте так говорить, что, по крайней мере, вот эти вот три стороны мы точно закончим. Но работаем по максимуму. Хорошо. Нет, максимума у вас нет. Максимум – это хотя бы те люди, которые написали. Это не максимум. Люди… Это не максимум.